Участковым инспекторам намерены облегчить работу. По существующим нормам, один участковый инспектор работает с 3000 человек, но в действительности эта цифра может быть намного больше. Для того, чтобы снизить нагрузку, планируется открыть новые участковые пункты полиции и расширить штат стражей порядка. Ринат Кушекбаев не понаслышке знает, насколько сложна работа полицейских. На должности участкового инспектора он трудится уже 14 лет. По словам сотрудника правоохранительных органов, реформы, которые сейчас вводятся, положительно скажутся на их деятельности. Во-первых, планируется уменьшить административные участки полицейских. Во-вторых, убрать лишние функции. Измеряется не только плотность населения, но даже дальность административного участка. Например, по районам у нас сельский округ находится, например, в центре еще дополнительный населенный пункт порядка 20-30 километров. То есть это тоже нюанс будет учитываться. Например, если житель обратился с заявлением, что-то у него случилось, он, соответственно, до участкового пункта полиции 25-30 километров. Как он доедет? На сегодняшний день это пересматривается, тоже вопрос. То есть участкового пункта уже полиция непосредственно будет там находиться. В настоящее время на плечи каждого сотрудника приходится не менее 3000 жителей. Это значительно выше нормы, но даже при такой колоссальной нагрузке они показывают неплохие результаты. Участковый пункт номер 5 города Уральск оказался в числе лучших по республике. Каждый микрорайон должен стать безопасным. Такую задачу ставит перед правоохранительной службой. В основе лежит принцип «полиция в шаговой доступности». У нас в областном центре сейчас в данный момент каждый УПП имеет свой аккаунт для того, чтобы наши граждане, население могло, не выходя из дома, направить свои обращения, какие-то заявления нашим полицейским. Это позволяет, чтобы в основном у нас как? Наши граждане приходят к нам в фронт-офисе и не могут попасть нашим сотрудникам. За хорошую работу, высокую раскрываемость правонарушений и положительные отзывы населения участковый пункт получил новый автомобиль от Министерства внутренних дел страны. На сегодняшний день общественную безопасность в регионе обеспечивают 399 участковых. Есть и свободные вакансии, куда планируется привлечь молодежь. Юлия Мутылова, Бек Сагангалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжейк.